Привет, это Реборн. Друзья, я надеюсь, вы знаете, кто такой Терри Пратчетт. Если нет, то это, наверное, самый лучший автор был в жанре юмористической фэнтези. Я, правда, у него читал только одну книгу, самую первую, которая называется «Цвет волшебства». Но вот скоро, в скором времени, выходит сериал по его книжечке, который называется «Стража-стража», а сериал называется «Стража». Я этот сериал очень сильно жду. Давайте посмотрим на тизер, он всего лишь идет одну минуточку. Надеюсь, нам что-нибудь интересненькое покажут. Погнали. Так, ага, понятно, значит, будет на Кинопоиск HD. Окей. Ну, красиво. Существа? Какого существа? Блин, красиво, но как-то что-то все моргает, сверкает, аж глаза болят, и ужасно такая дешевенькая графика, это сразу заметно. Так. You will officially cease to pursue any further inquiries. Ты хуй, чувак. Фига себе, голем. Такой милый дракошек. Чувак забавный. В фэнтезийном мире с рокерами. Что-то как-то странно вообще, как это фэнтезийный мир и скрещен как будто с нашей немножечко реальностью. По-моему, в «Цвете волшебства» было немножечко совсем другое. Немножечко совсем другое, да. Но это одна вселенная ведь. Так, что могу сказать? Рекламу Кинопоиска, конечно, мы не будем оставлять здесь. Так, что могу сказать? Сериал, ну, по крайней мере, трейлер забавный. И я как раз таки этого и ожидал от сериала по Терри Пратчетту. Но видно то, что он прям очень и очень дешевый. Дешевизна здесь и в спецэффектах, и в городе, вот в этом вот, в котором находятся главные герои, в окружении, в костюмах. Дешевизна везде. Но я надеюсь, она никак не помешает смотреть этот сериал, потому что я возлагаю на него просто колоссальные надежды. Люблю Терри Пратчетта, правда, вот как я сказал, прочитал всего лишь одну книгу. Но надеюсь, наверстаю, правда, их там штук 50, наверное, его вышло. Короче, сериал жду, обзорчик на него, скорее всего, будет. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под роликом. А с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр, всем пока!